Всем привет! Меня зовут Виктор, и в этом видео я расскажу о том, как открыть свои подписки на YouTube. Ну, в первую очередь, это видео я записываю для своих подписчиков, потому что по условиям розыгрыша, который у меня проходит, подписка должна быть открытая, но, к сожалению, не все знают, как это сделать. Так вот, чтобы мои подписчики могли участвовать в конкурсах и побеждать, я и записываю это видео. Но если ты не мой подписчик, это легко исправить. Нажми кнопочку «Подписаться», выбери все уведомления, и все. Ты все, мой подписчик. В общем, ребята, что нужно сделать, чтобы открыть свои подписки на YouTube? Переходите вот сюда вот, свою иконочку жмякаете, потом жмякаете шестереночку настройки, выбираете вот здесь вот конфиденциальность, а вот здесь вот смотрите, где у вас стоит вот этот вот маячок. Если вы его сюда перемещаете, то вы активируете не показывать информацию о моих подписках. Кстати, по умолчанию информация о ваших подписках скрыта. То есть по умолчанию она скрыта сразу. Поэтому, чтобы просто ваши подписки было видно, чтобы было видно, на кого вы подписаны, вы вот этот вот маячок перемещаете вот сюда, чтобы он был сереньким. И вуаля, ваши подписки открыты. А это значит, что вы можете участвовать в розыгрышах и побеждать. На этом все. Если это видео было для тебя полезным, прожми лайкосик. И если хочешь больше полезных видео, подпишись на канал. Это будет меня мотивировать. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Ну и, конечно же, ставьте лайкосики. Пока-пока.